Здравствуйте, меня зовут Екатерина Сотова, я инструктор Украинской Федерации Йоги, направление Вритхи. Само слово Вритхи переводится как «зрелый». У меня в группах занимаются люди от 35 лет. У каждого человека с возрастом происходят естественные физиологические изменения, поэтому отношение к телу должно быть немного другое. На своих занятиях я уделяю больше внимания суставной разминке, работе с позвоночником, работе с эмоциями. Сейчас, так как у нас карантин, мои занятия проходят онлайн.